Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить куриные голени, запеченные в духовке с картошкой по-деревенски. Присоединяйтесь к нам и давайте приготовим! Нам потребуются следующие ингредиенты. Куриные голени 8 штук. Картофель 800 грамм. Морковь 3 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Чеснок 5-6 зубчиков. Майонез по вкусу. Перец берем по вкусу. И приправу хмели сунели тоже по вкусу. Также нам потребуется любая зелень. У нас петрушка и сельдерей. Соль по вкусу и растительное масло для смазывания противня. Нарезаем лук кольцами или полукольцами. Картофель нарезаем не слишком толстыми кружочками, то есть пластинами. Натираем на крупной терке морковь. В миску вливаем майонез. Чеснок пропускаем через чеснокодавку или мелко нарезаем и отправляем в майонез. Дальше в майонез отправляем соль, перец, приправу хмели-сунели по вкусу и все перемешиваем. Смазываем форму для запекания растительным маслом. В смазанную форму слоями выкладываем ингредиенты. Первый слой – картофель. Посыпаем его сверху солью и перцем. Второй слой – морковь с луком. Третий слой – куриные голени в майонезе. Куриные голени промываем, обсушиваем и обмазываем в майонезе солью и приправами. Куриные голени с картошкой, морковкой и луком отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Запекаем блюдо в течение 60 минут. При подаче на стол можно блюдо украсить мелко нарубленной зеленью. Вот такое красивое блюдо у нас получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. До новых вкусных рецептов. Пока-пока!